Что значит «начнется восхождение души после смерти человека, если родственники будут за него молиться»? Что значит? Когда человек умирает, тело умирает, душа-то не умирает. Вот человеческая бессмертная душа переходит только не вверх, не вниз, а в мир духовный, правильно сказать. И человек, телом умерший, душой живой, начинает чувствовать, в кавычках «видеть», то, что не видит, чувствует сейчас. Мы, кстати, с вами очень мало чего видим. Ну, видим, глаз видит. Глаз у человека мало что видит, кстати. Очень ограниченная возможность. У души возможности больше, чем у тела. Даже сейчас чувствуем интуицию, предчувствие. Ну да, глубина, совесть, ну, глубина. Поэтому начинает чувствовать присутствие Господа, душой человека. И в зависимости от того, как он жил на земле. Если жил с Богом, то встреча с тем, кого любишь, всегда радость. Это понятно. Кто жил без Бога, для него это совершенно чужое, он к этому не готов, будет чувствовать внутреннюю муку. Первое называемое словом «рай», второе словом «ад». То есть, кто представляет, что ад – это сковородки, а рай – это там это яблоки свисают и на лысине падают тем, кому хочет их объесться, тот не понимает, чего, о чем мечтает. Это не рай, не ад. Это сказки старой бабушки. Не соответствует никакой действительности. Ад или рай – это чувство Бога, несущий или радость – рай, или муку – ад. В зависимости от того, как человек жил, чем себя наполнил на земле. И если Бог есть любовь, и чувство – это любви. Кто научился любить, тот будет там в радости, в любви. А кто не научился любить рядом с любящим Богом, Бог никого не наказывает, и в ад никого не отсылает, и муки никому не дает. Если рядом с любовью человек будет мучиться, для него мука быть рядом с источником любви. Но Бог есть любовь. Если поэтому на земле мы родные, близкие, с любовью молимся за усопших наших, то вот как в русской поговорке, как крикнется, так и аукнется через Бога эта любовь к душе усопшего. Господь начнет приближать и отогревать своей любовью к себе душу этого человека. Вот это я и называю, если можно назвать, восхождение души к Богу начнется. Пойдем, Бог. Бог – это высота. Образно, в кавычках, конечно, все. А Бог нельзя чаще языком сказать. Это выше слов. Поэтому все слова – это только притчеобразно, только аллегория, только образно. Поэтому начнется восхождение души. Вне зависимости от того, в каком человек находится состояние, душа у человека, в радости райской или в адской муке, неважно, начнется восхождение, подъем. Оно может так совершаться, что человек может выйти из мук совсем. Можно вымолить человека, совсем вымолить для райской радости. А кто в раю, нет потолка в радости, нет предела совершенства. Еще выше, еще больше радости будет переполняться. Поэтому, вообще-то, жизнь с Богом в вечности – это не статичное состояние, это вечное движение вверх, в любви, в богопознании и в радости, вечное. Господь бесконечно совершенствует, бесконечное восхождение будет.